Ребятки, прощаемся с Counter-Strike GO. Вышло обновление для... Теперь Counter-Strike GO определяется в Steam как Counter-Strike 2. Нам стоит просто нажать обновиться, и обновление 27,2 гигабайта, и, соответственно, после чего можем играть. Так что официально сегодня вышел Counter-Strike 2. Соответственно, вот так вот просто зайдите в CSGO и обновите CSGO. Все, по сути, CSGO больше нет. Вот, причем, смотрите, до сих пор надпись Counter-Strike Global Offensive. Друзья, ну вот как-то так, Counter-Strike Global Offensive, по-моему, вышел в 2012 году. Это уже, соответственно, больше 11 лет назад. И, соответственно, вот ему на замену пришел Counter-Strike 2. Спасибо капитану очевидности. Всем пока. То есть мне. Ссылок тут, я думаю, никаких не надо. Просто в магазине найдите Counter-Strike 2. И обновитесь. Всем пока. До свидания. Игра до сих пор бесплатная.